Проблемные вопросы здравоохранения обсудили сегодня на 27-й отчетно-выборной конференции Новосибирской областной ассоциации врачей. Специалисты провели анализ работы последних 5 лет. Подробнее в сюжете Натальи Цопиной. В зале 200 делегатов. Рассадка через одного, хотя антитела практически у всех. В регионе переболели 8 тысяч медработников. Остальные сделали прививки. Сегодня врачи анализируют работу последних лет и отмечают – 2020 был переломным, и многие проблемы, о которых медики заявляли и раньше, стали очевидными. Мы настаиваем на том, чтобы увеличился набор студентов и в колледжи медицинские, и в медицинские вузы. Мы настаиваем на том, чтобы будем настаивать на том, чтобы появился социальный пакет медицинского работника на территории Новосибирской области. И это примеры такие есть в других территориях. Среди других предложений областной ассоциации врачей – предоставление служебного жилья молодым медикам, которые приезжают в село по программе «Земский доктор». Также отмечают, что необходимы средства на обслуживание новой медицинской техники. Большой объем современного оборудования пришел в регион, а финансирование на профилактику и ремонт изделий пока в тарифах не заложено. Сегодня главная задача ассоциации – обозначить актуальные проблемы, обсудить которые можно только внутри профессионального сообщества. Всегда очень сложно определить критерии правильности оказания там, помощи, критерии эффективности лечения, там, наличие ошибки и многие вопросы, которые находятся в плоскости профессиональных разговоров. И очень правильно, что в ассоциацию врачей входит ассоциация хирургов, терапевтов, онкологов, те профессиональные ассоциации, которые сегодня тоже получили возможности стандарты лечения утверждают. Да. И когда возникает какая-то спорная ситуация, не там следственные органы, надзирающие органы определяют, должна быть ассоциация. 27-я конференция проходит также в онлайн-режиме. Слушают и задают вопросы коллеги из 85 субъектов страны. Участник дискуссии Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты. Организаторы мероприятия подчеркивают, впервые работают в таком режиме. Подобные механизмы задействовать начали тоже в результате пандемии. Слова признательности в первую очередь вам, дорогие друзья, врачам, медицинским работникам. За эти 1,5 года очень остро, обостренно мы многие вещи, многие ценности переоценили. Такие слова, как здоровье, любовь к ближним. Сегодня лучшим медицинским работникам вручили награды губернатора Новосибирской области. Наталья Цопина, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.